Требования к внешнему виду в наши дни очень высокие. Загруженность на работе и домашние заботы не оправдывают лишний вес и нездоровый цвет лица. К счастью, современные технологии красоты позволяют решить многие проблемы. Героиня нашего проекта Ольга, ей 46 лет. 20 из них она работает медицинской сестрой. А еще она мама троих детей. Я перепробовала множество различных диет. И после 6 не есть. Сидела и даже сразу на 2 диетах. Прям молюсь и уповаю я на этот проект. И я поставила себе цель, минимум 8-10 килограмм. Системный подход предполагает не только похудение, но и борьбу с его последствиями – растянутой кожей. Поэтому прежде всего Ольга отправляется на диагностику состояния кожи лица. 60-100-кратное увеличение кожи под микроскопом показывает ее реальное состояние – увлажненность, пигментацию, характер морщин. По итогам диагностики мы выявили, что тип кожи у вас сухой. Следующий момент – нам нужно бороться с мимическими морщинами. Это вокруг глаз, носогубная складочка, межбровная, а также с пигментацией и куперозом. Подтянем вам овал лица, повысим эластичность и упругость кожи. Мы рекомендуем сделать газожидкостный пилинг с фотохромотерапией. Это для того, чтобы, во-первых, осветлить кожу, почистить поры, снять роговой слой. Фотохромотерапия, она также будет направлена на осветление пигментации, на укрепление сосудистой стеночки. Второй этап будет у нас микротоковая терапия и электропорация. После этого мы сделаем маргинатную масочку для того, чтобы закрепить этот результат. Снижать вес под наблюдением диетолога – это правильно, профессионально и эффективно. Только так страдающим лишним весом людям удается не только сбросить, но и долгие годы поддерживать результат без срывов и стрессов для организма. У Ольги Викторовны ожирение второй степени. Кроме того, конечно, низкая физическая активность, малый подвижный образ жизни. Затем провели оценку рациона питания. Выявлены такие погрешности, как избыточное количество жирных продуктов, жирных мясных полуфабрикатов, много углеводистой пищи, сладкая, выпечка. С учетом всех вот этих факторов скорректировано питание, разработано индивидуальное меню, и она будет придерживаться его, вести вот такой вот дневничок питания, чтобы здесь все записывалось и будет контролироваться. Хотелось бы, конечно, моложе выглядеть, поэтому я пришла сюда и думаю, что через месяц по окончанию проекта я буду стройная и помолодевшая лет на 10. С этого дня в расписании Ольги появятся тренировки на специальных аппаратах, а также косметологические процедуры. Нормально, не штормит? Нет. Комфортно все. Предстоит борьба с опущением овала лица, пигментацией и другими признаками увядания. Такое прям расслабление, как будто прям поспать.